чокольщик. Еще раз наступишь мне на ногу. Я случайно вообще. Случайно. Могу... Еще вот этот, блядь, наедет сейчас нахуй. Всех приветствую. 13 июня. Так, после выходного дня мы очередного вышли на работу. Время уже 9. Особо никто ничем не занимается, ну, не считая тех ребят, которые ремонтируют двигателя сейчас на Т-150. Два движка там в ремонте. Еще Виктор Николаевич на МТЗ-80 поршневую меняет. Единственное полезное, что я сделал, я дядь Федь что-то так обмолвился насчет аккумуляторов на МАЗ, про свои. Но в итоге поставили мои, мы с ним, аккумуляторы заряжаться. А то потом бум начнется, все комбайны будут заряжать. Решил опередить всех. А сейчас что-то вспомнил, то что есть мешки в кузове прицепа, надо выбросить, думаю. Прошел дождичек, удобренец благополучно растаяло, теперь вся в землю ушла. Ну а мы ждем еще новую партию удобрения, небольшую партию, правда, но ждем. Когда привезут неизвестный, хорошо бы, если привезли бы сегодня бы, пока земля влажная, можно было бы подкормить бы. Вообще, Виктор Николаевич движок собрал. И он на выходные оставлял поддон открытый с залитым радиатором, с залитой водой, скажем так, с охлаждающей жидкостью, дабы проверить герметичность гильз. Не знаю, вроде бы все нормально. Сейчас, может быть, будут полевые испытания. Поддон поставил, смотрю. Запускать, наверное. Ты уже запускать, ведь? Да. Нифига ты шустрый. Блин. Че, нормально? А хуй его знаете, вода вроде не текет. Герметичная гильза? Так и стоит. Блин. Сейчас попробуем. Давай, давай. Запустится или не запустится. А ты вкладыш не трогал ничего? Ну, шатун не трогал как. А то пустой, без меня не нальют никто ведь сюда. Ну, твой кормилец, дядя Витя. Кормилец, блядь. Текет, да, труб? Текет, а она вот мешает ей болт вот. Трубки? Ну да. А-а-а. Ее надо, блядь, эту трубку
вовнутрь туда, а эту наружу, четвертую. Ну, надо переделать, блядь. Ну да. Ну, хорошо. Что, борт выпрямляете? Угу. А как погнули? Сновья? Сновья. Повыше. О, давай, давай. Повыше. Повыше, повыше, приподними. Чуть-чуть. О, подходит. О, подрывай пробу. Нет. Yeah. Он крючок еще что-то кидает. А он еще туда его надо толкать. Смотри, он крючок. Бля, крючок вообще не попал, слушай. Бля, он приваренный здесь. Хорош, хорош. Не-не-не. Не хочет он правиться. Его вот здесь вот в свое время, наверное, усилили, вот видишь? Да. Уголком. Его оторвали, а потом усилили. Олег, надрезать нахрен. Шик. Болгарочка, если где-нибудь. Хочешь? А что, он открывается на портах? Они в другую сторону открываются. Они в другую сторону тебе открываются там? Там вообще не открывается. Не открывается? Заварили. А, заварен. Подался? Да нет, он тут усиленный уголком, дядь Федя, он уже такой. Да или бы его надрез болгаркой, не знаю, может где-нибудь в каком месте. Ну здесь вот, блин, есть что, где вот косынки-то нету. Либо сюда что-нибудь попробовать сделать. И там, блядь, и тут вот, блядь, что вот не дает. Какое дело, что даст это? Один бачок на стук. Теперь нет ничего. Макс дал 2. Да. Использование радиаторов, помп, система отопления, прокладка головок. Жидкий герметик радиатора. 50? Что, будешь лить или погреешь? Радиатор подтекает. А, теплым на ощупь? А, заливай, он теплый на ощупь. 50 градусов-то. Теплый, Олег. Это, правда, не радиатор. Бутылочки какие хорошие, глянь. О, Виталий Николаевич опять заводит свой попилаться. Как дымил, так и дымит.
Так он синим дымит, это как топливная аппаратура. Да синий это не это, дымит он обычно черным, если начинается, а это синим, что это? Ну и все, надо просто подрегулировать ему форсуночки, фигуночки. О, горячий. Даже горячий? А пузырьки забыл. Теперь пускач не заводится. Поршневую перебираю, перевес на пускаче. Все, холостую. Как у Игорька тогда. Игорек, я пришел работать на 80-м. Шморкал заводил. Там все, там в хлам, короче, поршневая там болтается аж. А он дергал, мучился. Брага какая-то. Какой-то, наверное, какой-то цвет не очень. А пахнет? Не нравится. Блин. Придется порыгивать, Олег. Шум никто не подаст. Да, ну пока придут. С какими-то хлопьями, Олег. Какая-то неоднородная даже, какие-то хлопушки, видишь, в составе. Может, мыло помешать? Там написано встряхнуть. Угу. Какой-нибудь хомут приплавился. И что, теперь заводим? Пускай гоняет. И гонять, пока не устранится течь. Написано. Олег, а прикинь, с ним устранится, так и будешь есть. Сизый дым. Подгазовывает он черный у него, а на холостых он сизый. А это же Пашка за рулем газона, да? Да. А куда он намылился, этот перец? А тебе пыльники не привезли? Не сюда, не было. А, они там. У тебя не здесь. Тяха. Вон они весь стоят. Белорусский, пиздячек, два штуки разорвал. Да? Они маленькие. От 22-го? Да. Конечно, они маленькие деньги. Ну, пока хоть поставил, чтобы хуй не летел. Ну да. Пойти глянуть аккумулятор, хоть и дают что, какой эффект-то. О, бульки есть. Булки есть. Воды не подливал. Вроде закрыто. Единственное, мне вот эта уродская мне нравится. Очень коржавые пробочки, конечно, делают. Такие большие аккумуляторы. Такие коржавые пробки. Не очень вот это сделано, конечно. Пускай 192 аккумулятора заряжаются на 24 вольта. Минимальной зарядкой поставил. Еще вот амперметр работал бы. Командовался. А ты чё? Чокольщик. Еще раз наступишь мне на ногу. Я случайно вообще. Случайно. Могу... Еще вот этот, блядь, наедет сейчас нахуй. Это разует тебя. Блядь, разует это нахуй. Александр, блядь.
без штанов не бежит. Сама, вот это. Леня. Ой, Леня. Подожди, подожди, пока не... Че, Валентин? Блядь, ты сейчас зовешь раз меня Валентином. Валя. Валечка. Валя. Валюня. Анжела, блядь. Перецепить, конечно. Опуск, блядь, поддон не помнем. Не этого, ничем не будет. Давай, опускай. Ты его давай нахуй, может, без цепи. Может, на трос просто. Может. Скинули, Лёш. Один трос. Да я говорю, а может на один трос? А, может на трос? Взять перейти. Нет, нет. Да это на шатанец туда-сюда, да? Вообще. Да, на трос туда, да. А так ты. Все, бля. Все, вот так, Миш, вот, вот так. Да нет, подожди, да вот. Что, нет? На это он играет, а на трос он играет. Да, меня сейчас ты то же самое сделаешь. Ну да. Никакой рай. Надо было просто так, вот так вот сделать было. Ну давай, вешай сюда, цель. Ну ты не застегивай. Подожди, подожди, я сейчас посмотрю как. Во. Ага. Давай. Как переверни цель. Куда перевернуть? Так. Не, сейчас разверни волна. Хули ты мне говоришь сказки, блядь? Я что, не знаю, разверни, блядь. А я что сделал, блядь? Нет, еще стоит, мозга мне тут ебёт, блядь. Я вообще молчу. Так же и сделает, блядь. Хорошо так просто руки. Это просто случайность была. Это просто была случайность. Ты сам не ожидал. И что сейчас вам показывать тебе? А что сейчас было? Дальше. Валя. Давай, делай, занимай. Че, помогать надо? Ну, блядь, Серёж. Моя помощь незаменима. Одно дело делаем, блядь. Одно дело делаем? Ну, какой разговор. Давай еще один. На двоих он нормально уже. Давай. Мы поднимали он двоих болта. Где? Я не знаю, вот коробки. Коробки. Ну они вот они есть. Вот они, да? Да, да, да. А то есть вот короткий, Миш. Миша, это очень короткий. А, нет, подушка крепится. Это не то. Это вот, видишь, под культовку они вот как раз подушка. Да, я понял. С дыркой.
Что, тебе еще один, да, снял? Ну давай. Все, надо приподнять, его, наверное, до конца. Неси, блядь, ёб твою мать. Это самый на ходовой. 18,5, блядь. Какие ключи мне достали с трактором, какие ключи? Я смотрю, все, блядь, на фигни лежат, а тут пусто положил. Ладно, вожнее берем. Тут как цыгана вызывать, блядь. Да я уже не говорил, что ли. Вот так вот, друзья, время 12 часов, все, домой, окончательно, в принципе, ничего такого спешного у нас нету, ремонт техники в основном, в принципе, уже легкий мотор поставили, можно собирать, ну, там половина с Владимиром Ивановичем, конечно, он никогда не будет держать, если какой-то серьезной работы нету. Да, есть момент, когда мы работаем без выходных, по месяц, по два. Ну и потом как бы есть возможность отдохнуть. Как, например, сейчас. Все. Удобрение завтра вроде привезут. 24 тонны еще. Ну и 24 тонны. Что это такое 24 тонны? Это ни о чем. Раскидаем. И обработать химией, гербицидами. Там 250 гектар, наверное, осталось. Вот и все. И можно будет план переходить к подготовки, наверное, к уборочной там. Ну, мы с тратором дело не доделали. Все, до свидания.